Штейн в монтаже аттракционов ставит главный вопрос. В центре любой художественной деятельности стоит зритель. Всю свою жизнь он будет абсолютно научно и серьезнейшим образом заниматься не только психологией творчества, но и психологией восприятия творчества. Потому что он серьезно, в отличие от многих деятелей культуры, перейдет на сторону зрителя. Для него было болезненно, мучительно, но он перешел на сторону революции и выяснял с этим отношения всю свою жизнь. Но он четко уже в 23-м году программно в статье «Монтаж аттракционов» говорит: «Я на стороне зрителя». Если зритель не чувствует моего месседжа, то это не плохой зритель, это я плохой художник. И мы старались сделать выставку так, чтобы она эмоционально воздействовала на зрителя. И не просто потому, что здесь много экранов, много материала, а потому что у Эйзенштейна нельзя выявить логический ход ни в его жизни, ни в его творчестве и построить вот академически. Вот эта часть, которую мы условно называем биографической, она самая академическая. Но мы видим здесь детские рисунки Эйзенштейна, и мы понимаем, что мальчик, ребенок уже мыслил абсолютно персонажно. То есть это удивительное зрение и охват реальности как персонажи, характеры и развитие этих персонажей. То есть путь его был предопределен, несмотря на старания папы сделать из него тоже архитектора, и несмотря на то, что Эйзенштейн таки закончит институт инженерных, который, в общем, он гордился тем, что я инженер, он не говорил, я архитектор. Вот это соединение конструктивного начала, поэтому Эйзенштейн еще великий теоретик, конструктивного начала, которое пытается, найдя интуитивно, очень четко выстроить логику того, как он воздействует на зрителя и что он хочет сказать в каждом фильме. Можно сказать, что фильмы Эйзенштейна, они дидактичны. Он абсолютно искренне пытался в них, просто иногда дидактично, как в детском рассказе, рассказать, что происходит с Россией, объяснить порывы советской власти, ее желание, да, создать определенные мифы. Мы понимаем, что Октябрь, Потемкин – это мифы. Но он из них делает не конкретное событие, он из них делает греческую трагедию. Потому что человека, который так бы знал мировую культуру, в мире, кроме Эйзенштейна, не было. Начиная работать над этой выставкой, начало было 4 года назад, перечитали все, что написал Эйзенштейн, это тома, 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 и собрали список просто деятелей мировой культуры, композиторов, архитекторов, художников, графиков, фотографов, кинематографистов, на которых ссылается Эйзенштейн. У нас получилось 230 страниц, вот так вот убористо, без пролетов текста. То есть так, как свистела мировая культура через Эйзенштейна, так она не прошла ни через одного другого деятеля культуры, ни через одного режиссера, ни через одного художника. Но в этом, вот в этом огромном культурном потоке, Эйзенштейн очень жестко строит свой месседж. Монтаж аттракционов – это как донести этот месседж.